Привет, коллекционеры! Привет, подписчики! Как у вас дела? Я сегодня решил зайти в магазин антиквариата. Магазин находится в очень прекрасном городе Баку. Прекрасная улица историческая, которая свидетельствует во многих исторических событиях. Итак, я уже подошел к магазину. Сейчас, видите, улица прекрасная, старая улица, старые дома, все прекрасно. А вот его магазин, давайте я вам покажу. Видите, магазин антиквариат, нумизматика and бунистика. Это страничка на Фейсбуке моего друга. Так, заходим. Салам алейкум. Да, как видите, магазин отличный. Шайк малин. Да. Салам алейкум. На самом деле здесь уютно. Для коллекционера тут есть определенный уют. Прохладлык бар. Хайгатам. Шалам алейкум, нечесіз? Яхшысыз? Шалам алейкум, яхшы. Шалам алейкум, шүкір Аллаһа. Чок сау олун. С вашим позволением я хотел бы снять у вас материал для нашего канала. Видите, антиквариатов полно интересных вещей. Много. Давайте я вам покажу слегка, что тут у нас есть. Можно я пройду, Шамиля? Конечно, пожалуйста. Спасибо. Шамиль, я могу спросить цену у вас? Пожалуйста. Рыбка. Почем рыбка? 10 манатов. 10 манатов в районе. Сколько в рублях будет? Примерно 500, да? Да. Да, примерно 500. Может, меньше немножко. Фотомакины, фотоаппараты разных годов. Современные. Нет, современных тут. Да, есть Polaroid. Есть Polaroid, если вам интересно. Книга почета. Видите, какая шикарная книга. Я не буду листать. Альбом. Альбом. Еще у нас тут, что у нас здесь? У нас здесь статуэтки, часы. Это кто у нас, Шамиль? Кто у нас? Чайковский. Чайковский. Это авторская работа. Да. Бах. Да. И почем эта красота? 150 долларов. 150 долларов. Отлично. Коллекционная вещь. Вот у нас здесь буклеты, книжки, банкноты. Я просто снимаю обзор. Если кому-то что-то интересно, напишите в комментариях. Я обязательно оставлю
контакты Шахим Мальма, вы можете выйти прямо на него, и если что-то интересно, можете купить. Можете купить. Ага. Это СССР. Старинное или новое? Не знаете? Новое. Новое, но красивое. Красивое. А тут, видите, сколько разных монет, разных стран, разных времен. Тут даже альбом, шикарный альбом с шикарными монетами. Монеты регулярного чекана СССР 1961-1991. Я думаю, альбом пока, насколько я знаю, не полный, но все-таки есть, имеются отличные экземпляры. Видите? Да. Сложный момент, честно говоря, сложный момент. Медали. Ого. Расскажите. Говорите они. Что, почем, как называется? Орден Красный Знамя. Насколько я знаю, да, вещь редкая, да. Да, отлично. Давайте-ка я покажу вам детально. Состояние, я бы сказал, шик. Да. Да, это военная тематика, как он мне подсказывает, военная тематика. И, значит, цена такой красоты 450 долларов, то есть манатов, это будет в районе 20 тысяч рублей. Думаю, нормальная цена, не дорого, не сильно так дорого, но вещь коллекционная, отличная. Если кому интересно, пишите на комментариях. Знаете, я отвечаю на комментарии, я напишу вам контакты. Если кому интересно, напишу адрес магазина. Прямо приедете, зайдете в магазин и купите все, что вам нравится. Тут лампы керосинные, наверное, ну там есть и старинные, и новые. И советских времен, и современных я вижу. Вот еще альбомчик красивый. Монеты регулярного чекана РСФСР СССР 1921-1957 годах. Там тоже, да, есть монеты, правильно? В этом альбоме тоже, да, да? Да, я их не показываю. Там в основном серебро. Бу календарик. Бу тахмилен нечанчи льды? Ага. А, я тут заметил шикарную вещь. Это календарь. Видите? Это настольный календарь, наверняка 50-х годов, наверняка, я точно не знаю. Ложки какие, царские? Нет, обычные. Видите, бюст Пушкина, часы. Старинная посуда, шашки, опять посуда, серебро, еще что у нас здесь, вещицы шикарные, видите, это что, это бизон что ли, или как там их, в старину как их называли, так, знаешь что у нас, настольные медали, бусы, видите, интересные вещи, документы, медали. Ребята, я здесь заметил два очень редких значков. Первый значок у нас называется, я вам сейчас точно прочту, Баила Бибигейбетовцы Иличил, 1926 год. И цена по каталогу 2500-3500 долларов. Это первый знак, вот этот. А во второй, так, с депутатом, наверное, АЗСР, да? Верховного Совета Азербайджанской ССР. 47-51 года. А цена депутатского значка в районе 1000 долларов, да? Как вы уже мне сказали, в районе 1000 долларов. Угу. Если кому интересно, ребята, обращайтесь. Тут у нас значки.
Видите, значков у нас целый стенд. Целый стенд значков. Тут есть и ветеран труда, и ударник труда. Ну, почти все советские, да? Почти все советские. Есть старинные рамки, пустые. Можете вы купить эти рамки, вставлять туда какие-то старинные рисунки. Вот вещь шикарная тоже, видите? В баночке собирали. Что-то у нас. Кораблик, да. Это вещь классная, да. Монеты. Монеты царские. Серебро. Рубль. Еще у нас тут медных монет много. Бусы. Это обычные простые бусы, да, Шамиль? Или... Нет, дорогие? Мирвар, это как будет мирвар? Жемчуг. Жемчуг, да, жемчуг. А тут модели автомобилей, видите? Шикарные, старинные все. Новых нету здесь. Только старые модели машин. Даже есть кассеты. Видеокассеты для видеокамер. 90-х годов. Наверное, 90-х годов. Часы. Господин президент. Фотография президента на столе. Фрагменты Гобустана тоже. Слон. Медали. Банкноты. Катя. Катя, я вижу здесь. Привет, Катя, как дела? Матрешка. Матрешка у нас. Салам алейкум. Ребят, Шаймалин показывает мне тут старинную икону. Она просто замечательная, да? Давайте-ка я попробую показать вам детально. Какая замечательная работа.
Спасибо, Шаим Элим, за такой прекрасный подарок. Да. Посуды. Прекрасные посуды. Старинные. Тут даже на иврите шалом. Шалом или шалом. Да. И пластинок тут много. Если мне было бы интересно, я бы купил кое-что. Подстаканники. Эти прекрасные, старые, наверное, советские, да? Это, наверное, советские подстаканники. Бинокль, миниатюрный бинокль. Он еще Ну что, друзья, на этом мы завершаем сегодняшнюю нашу путешествие. Да, в антикварную лавку и прощаемся с нашими друзьями. Надеемся, скоро опять зайдем сюда. Опять-таки повторяю, если вам что-то, чего-то понравилось, я могу, напишите в комментариях. Я оставлю вам адрес и магазина, зайдете, купите, познакомитесь с этим замечательным человеком, с нашим другом Шаим Элимом. Шаим Элим, халалей, увидимся. До свидания.